Удар следует, и распыгал, сыграл, Кордова просто вбивает мяч за боковую линию. Вот они, ошибки Интера в обороне Лиги Чемпионов. Читать Италия такого себе команды не позволяет. Ну а дальше Жулио Сезар несколько неуклюже парирует перед собой мяч, и Клаудио Писсаро на 63-й минуте встречи выводит свою команду вперед 1-0. Давайте мы это еще раз посмотрим. Дальний удар. Мяч неловко для голкипера подскочил вот именно в оборот.